Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Поиграем сегодня в игру, которая называется Вакфу. Я в нее уже когда-то играл, у нее прошло 3 или 4 обновления, и вот я вернулся. Вот это я там вдалеке. Эта игра называется «Разборки алкашей». Так, я здесь постою, пока они там друг друга расколбасят. Ну, чтобы лишний раз не влазить вот в драку. А то меня тут быстро что-то не разбирают. Так, я пока тут определюсь с управлением. Так, у меня левая, правая, кулак. Так, это у меня что, это прыжок? А вот это у меня вертушка. Все, я понял. Так, прыжок у нас двойной. Ясно. Жизни потихоньку восстанавливаются. Когда ничего не делаешь. Ну ты вставать-то будешь, ядрить тебя на корень, а? Все, пора нам этого колбасить, я думаю, да? На, лети отсюда подальше. Опа. А с вертушки не хочешь ультиматум, а? На-ка. Так, а теперь осталось лишь его добить. И я бегу, 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 бегу. На, блин, да ну нафиг, завязывай. Заколбасил я его. И за мной победа. Так, ну что же, продолжаем. Где я? Оу, я на самом верху. Пошли, пошли, пошли отсюда. Так, я помню, что здесь можно было брать как-то предметы. Стулья. Опа, нормуль я его пригрел. Иди сюда, Готовченко. Так, дайте я поднимусь. Там, по-моему, хпшки я вижу. Да-да-да-да-да, именно они. Взял. Теперь у меня полное здоровье. И я готов к драке. У меня два оружия. Ключ и бейсбольная бита. Иди сюда, красавцы. Что ты тут? Победа. Так, ребята, это мы сейчас играем в данный момент с ботами. А потом я хочу выйти уже в онлайн режим. И уже поиграть с нормальными, реальными игроками. Да давай ты вставай, ёлки-палки. Нажрался с утра, блин. Так. Ё-моё, вот это мне прописали сейчас, пендаля. Все, я взял... Чем я там хожу? С кустарником, что ли? Да, ребят, я хожу с кустарником, с лопатой. В общем, я... Приоделся. Так, идите сюда, ребята. Я вам сейчас тут пропишу хорошеньких. Давай. Вот, вот так вот. Опа-на, неплохо. У меня осталась одна жизнь. Так что, ребят, мне нужно в любом случае. Да встань ты, ядрить тебя на корень. Что ты как этот? Ну, действительно, нажрался. Дайте мне хпшки взять. Вот они здесь находятся. Давай, подходи. Отлично. А теперь можно и вот этим вот чувачком заняться. Ох ты! Ну, он свое получил. Так, ладно, ребята, а теперь пойдемте играть в онлайн. Так, я уже, честно говоря, забыл, как здесь делать. По-моему, до последнего выжившего, да? Так, нет, по-моему, вот... Давайте посмотрим здесь, я точно не помню. Но, по-моему, нижняя. Или все-таки верхняя, до последнего бойца. Сейчас увидим. Это можно будет легко определить. О! Правильно, ребята, набралась команда. Погнали! Иди сюда! Куда ты? Ох ты! Леща я получил неплохо. Вставать ты будешь или нет? Ядрить тебя, а? Только с задницей в костер мне тут не упади. А кульбиты такие выворачивают. О, ну наконец-то, ребята, у меня с вами... Разводной ключ. Какой нафиг разводной ключ? Обычный ключ. Так, ну, я еще, видите, не отрезвел до конца, поэтому не очень понимаю, что тут происходит. Так, и что-то я еще взял, да? Да, я взял шампур с сосиской. Так, и я вижу, там чувак выплясывает у нас кульбит, и надо к нему подойти. Ну и, естественно, сделать вертушку, я думаю, да? Это будет, наверное... Оптимальный вариант. Нет, я еще вот эту хпшечку возьму одну. Вот так вот. А теперь вертушку.
Отлично, всхлопотал. На, добил я его, ребят, добил. И давайте дальше с вами. Так, команда все та же. Понеслась, где я? Я на самом верху. Так, лучше я отсюда убегу подальше от них. Пускай они пока там с собой разбираются. Для меня чем меньше врагов, тем лучше. Да будешь ты что-нибудь делать? Куда ты упал? Ну, дурила. Ладно, делаем вертушку. Йоу! Так, на, получи. Иди сюда. Вот так вот. Так, а ты что тут пляшешь? Оу-оу-оу-оу. Тихо. Черт подери, где мне взять хп, ребята? Вон они там. Интересно, я смогу вот так вот сделать по-хитрому? Должен же, по идее, да? Вот так мы сюда идем. Я вот так вот сюда перелетаю и быстренько лечу к хпшкам. Просто моментально. Мне главное допрыгнуть бы до туда. Отлично. Все, я взял жизни себе и возьму оружие. Так, иди сюда. Смотри, что делать, а? На... Оу! Я проиграл, ребят. Но все равно счет пока за мной. Я веду. Так что особо разборка в баре. Это я люблю. На! Сюда! Вертушка! Ёлки-палки, неужели за то, что я делаю вертушку, у меня отнимается хп? Ребята, да. Я только сейчас узнал, видно, у них здесь новые правила. Если я использую вертушку, то у меня снимают одно сердечко. Будем это знать на будущее. Смотри, что там эти два дурика там наверху никак не могут разобраться. Кстати, да, я вам хочу сказать, что здесь управление не такое, как вы думаете, там, если он идет ровно, то все нормально. Нет, тут совсем странная такая механика боя. Добил. Что это? Как бы вам объяснить-то? В общем, они неуправляемые. Как бы я ни хотел... О, ты чё? Ты... О, ты... Да ну нафиг, ребят, смотрите, меня уже второй раз очень и очень быстро отдубасили. Я даже не успел. Даже сконцентрироваться не успел, как меня замочили. Так, ладно, будем тогда смотреть, что они вытворяют. Вообще жестяк. Так, ага. И осталось их тут трое. Уже двое. Давай. Ага, 2-2. Ну, кто кого-то быстрее закумарит? Ну, похоже, что черный у нас победит. Да, так и вышло. Но все равно победа за мной. Я еще пока на первом месте, я в лидерах. Погнали. Блин, надо дубасить. Вот так вот нафиг. Сразу же буду. Без компромиссов. Так. Все пока отлично. Дайте-ка я возьму оружие себе в руку. Что я там взял? Биту бейсбольную. Пойдет. И хпшки надо не взять. Ну что же, давайте тогда кумарнем здесь, наверное, кого-нибудь. Вот так, отлично. Иди сюда, красавчик. Оу, 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 оу. Ты тихо. Я победил, ребята. Так, какого фига мы вышли с вами из боя-то? Что за дело? Так не пойдет. Погнали. Блин, ну это ж, по-моему, с ботами или нет? Что-то немножко не определился я. Ладно. Так, оружие главное, что у меня в руках есть. Да хорош ты там, иди. Это вылазь оттуда. С этими ящиками. Давай спускаться вниз. Вот сюда. Да хоть ты будешь нормально-то ходить. Какого лешего-то он меня... Ну, гад. Да получи ты. А, нормуль? Понравилось тебе? Так, давай вставай. Будем вот этого колбасить. На, битой. Еще разок. Готов, огурец.
Так, возьмем второе оружие. Это у нас ключ. Иди-ка сюда. Ну, вот так вот. Вот так вот. Что ты там с голыми ручками-то? На! Готов. Так, подождите, ребята. Что мне надо было сделать? Мне надо было выйти в меню онлайн и вот так вот. А я играл сейчас в данный момент вот именно этот бой, который был с ботами. Ну, с ними не так интересно, потому что вы представляете, что такое бот и что такое реальный игрок. Небо и земля. Так. Сейчас у нас лобби накопится, и мы приступим. Свингер? Чё? Ага, вот, накопляется. Так. И последний. Будет, нет? Есть. Поехали. Ну, так, да, надо срочно здесь дождаться оружия. Пока я тут дождусь, походу, оружия. А, во, все, ребят, я взял. У меня что там, труба, походу, дело. Иди сюда, сморчок. Что у нее там на голове за каска? Ну, оу, тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, так нельзя. Смотри, что делать, а. Надо срочно бежать, где эти... ХПшка подлечится маленько. Все, отлично. И возьмем еще одно оружие с вами. Вот. Теперь у меня труба. Ключ. Готов. Вот так вот. Будет знать. Так, поехали далее. Старт. И опять у нас пляж. Так, где я? Меня почему-то все время наверх куда-то ставят. Не знаю, почему. Но пендаля я прописать все-таки успел. Хорош, блин. Так, сматываемся. Отлично, давайте-ка вот здесь мы. Что у нас тут есть? Опачки, неплохо меня тут киданули. Отвали отсюда. Будет еще к моему бару лезть. И, по ходу дела, здесь один остался. Ёлки-палки, ребята, у него три здоровья. Я пошел брать лечку. Вот она здесь. Отлично. Немножко пополнили здоровье. И еще одна здесь лежит. Мне надо дотянуться до нее. Все. А вот теперь можно с ним и поговорить по душам. Иди сюда, щегол. Ну, вот так. И прописываем. Получил в мордельню. Продолжаем. Старт. Бар, значит, да? Где я? Ага, я вон там с краю. Сматываемся. Не... Да ну нафиг лезут всякие, а? Отлично, один готов. От меня погиб он. Так, а я побежал за вторым оружием. Давай. Ну что ты зацепился там за этот столик? Так, отлично, на. Получили. Так, где у нас... Где у нас здоровье? Мне вот это интересует знать. Ага, вижу, ребята. Сейчас я подберу себе лечилочку. Ну что, иди сюда, голубчик. Я готов. Я готов тебя накумарить. Вот так, и последний удар. Отлично. Ух ты, у меня уже 8 побед. Поехали далее. Стартуем. Файт. Файт так файт. Так. Ну, давай добивай, вот. Отлично, одного мы сделали. Мы взяли с вами бейсбольную биту. Я сейчас еще попробую взять второе оружие себе в руку. Вот. И это монтировка. Иди отсюда, летит он ко мне. Так, отлично все. Так, этот, смотри, ко мне хочет, а? Вылетел. Придурок. Так, ладно, встаем на ноги. Пытаемся, по крайней мере. Ну, что-то не... Во, встали. И я смотрю, там внизу очень жесткие разборки. Надо, наверное, туда как-то добраться и помочь им маленько.
Эй, братки! А что, они друг друга, что ли? Ага, вот он. Здорово, иди сюда, я тебе сейчас тут накумарю маленько. Вот так вот. Продолжаем. Поехали. Опять у нас бар бильярдная здесь. Так. Тихо. Нет, вниз мы не пойдем, там слишком большой кипиш. Иди сюда. Вот так вот. На, еще раз. Все, черный валяется у нас там, отдыхает по полной программе. Можно, в принципе, вот здесь вот поваляться, так вот просто лежать и все. Вот так. Но это слишком долго. Давайте подсобим там ребятам, заодно схватим второе оружие. Все, у меня два ключа. Эти там. Ну-ка, на, получи. Иди сюда. Так. На. Один готов. И еще один остался. Ребята, еще один. С кувалдой причем. Нифига ты. Ты не припухли, браток. Ой. А вот это уже плохо, ребята. Срочно к хпшкам. Взял, успел я все-таки взять. На. И я победил. Поехали далее. Как говорится, что время зря терять. И опять у нас какой-то пак. Так, тихо ты. Смотри-ка, черт, подери, из-под тишка. Да давай ты, блин, туда за... Куча мала, блин. Так, мы вроде бы как запрыгнули сюда наверх. У меня два оружия. Я смотрю, у меня бита в руках. И монтировка. Ну, мне этого достаточно. Так, запрыгнем сюда. Так, будь вставать, он на ноги встал. И побежали. Вот нам бы жизни бы взять бы. Давай. Прямо сральником своим приземлился на аптечку. Так, давайте я тут вам немножечко подсоблю. Где отсюда? Так, и осталось мне вот так вот сделать. Все, мы здесь забрали. Что, тоже с монтировкой? Ну, иди сюда, я тебя жду. Не хочешь? А вот так. Победа, ребята. Выношу, как я не знаю кого. Так, погнали. Так. Тихо. Уходим, ребята. Не дают, блин, уйти, а? Смотри, что сделали. Так, ну. Взял оружие, отлично. Так, давайте вот этого попробуем накимарить. На, ёлки-палки, у меня последняя жизнь, ребята. Очень опасная. Да будешь ты бить, ты этого дуралея. Блин, меня забомбили, ребята. Вот я там валяюсь в уголке, звездочки ловлю. Ну, надо же когда-то и проигрывать. Чё ты делаешь-то? Ну, все равно пока победа за мной, все, как бы, брать, если в совокупности, то я на первом месте. Так, сматываемся. Подальше. На, получи. Ох ты. Вот это замес тут. Чё я там вытворяю, а? Блин, а где тут жизнь можно взять? Какую-то канистру взял. Нафиг тебе канистра или что это такое? Да, канистра. Канистру и еще одну канистру. Зашибись. Ну что, давайте будем. Надо мне эти хпшки взять, ребята. Хп. Вот они. Да что ты, взяли, отлично. А теперь можно и канистрой нагреть. Так, иди сюда, олух. Я тебя сейчас буду пинать. У меня канистры. Оу, добил. Шикарно. Едем далее, ребят. Опять бар. Так, где? Ага, я наверху. Все время меня почему-то наверху выставляют. Так, внизу замес. Причем неплохой такой. Так, тихо. Вот она, моя монтировочка родная.
Ну вставай ты, да хорош тут дуралей-то валять. Все, я его сейчас тут попробую забомбить. Прям вот, вот тут вот. Черт подери. Нет, получилось, все хорошо. Последний удар. Готов. И тут у нас остался Плесун. Ну, ему нету, как говорится, даже шансов не будет. Иди сюда. А ты смотри. Ну, я его добил. Так, ладно. Давайте посмотрим с вами, что у нас вот это. Подожди. Онлайн. Вот это что такое означает? Any Swarm. Так, так, так. И арена. Давайте с вами попробуем арену. Ну-ка, найдем кому-нибудь или нет? Я даже не знаю, что там на арене на этой будет. Как я вам уже говорил, здесь много чего новенького добавили. И еще до сих пор будут добавлять. Так, коннектинг. Старт. Оу. Ёлки-палки. Трое. Так, и последнего. Отлично, поехали. Арена. Оу, тихо, тихо. А... Воу, тут надо было выжить, точнее выстоять на арене. А я-то думал. Нифига тут. Жесть тут народу сколько. Черт подери, смотри-ка. Тут нет хп, ребят, тут надо просто выстоять. Ну че ж ты сам-то не упал, дурень. Так, еще появляются ребятушки, не смотрю. А я появиться не могу. Жесть, тут на выживание, короче. Давайте вы там разбирайтесь быстрее. Все, победитель, нет? Или еще... О, еще появляются. Так. Вылетел. Ну да, неплохо, неплохо. Давайте-ка еще разок. Ну-ка, иди отсюда. Тихо, тихо, главное не слететь отсюда. Твою мать, улетел. Офигеть просто. Так, что у них тут далее? Дуралеи такие полные кретины. Чё друг друга бьют там? Все. Типа чемпион, да, такой? Опа. И сам улетел. Нет, не улетел. А вот теперь улетел. Нормуль. Так, ладно, давайте теперь посмотрим, что у нас есть помимо арены. Еще. Тут есть какой-то ринг. Давайте глянем. Ринг с вами? Что это такое? Ну давай, давай, быстрее находи поле. Так, коннектимся. Погнали. Вино. Гузлер. Йокель. Погнали. Так, а что тут надо сделать? Тихо, тихо, тихо. Тут, походу, дело, ребята, то же самое. Оу! Ха-ха-ха, вертушку. Все, ребят, я победил, получается. Так, ну, это то же самое, получается, что и ринг. Тогда давайте глянем с вами, что такое Эдлис моды. Очень интересно посмотреть. Погнали. Это у нас что, на пикничке будет, да, все дело происходить? Ну да, получается так. Погнали. Казанова, опять Йокель. Куб Кейп, Гузлер. Так, вперед. Иди сюда. Нормуль я его накумарил. Тихо, тихо, тихо. Казанова, не буянь, блин. Ах ты, гнида. Ты смотри, что сделал, а. Подбил меня.
Но я все равно выжил почему-то. У меня три сердечка появилось, не пойму от чего. С чего вдруг? Ну, это и хорошо. Дайте-ка я возьму себе... Вау, с огнетушителем буду их сейчас бомбить всем. Нате вам всем! Не дали с утречка похмелиться, так получать теперь по полной программе. А ты что там лежишь? И сюда. Вот так вот, лети куда в лес. На березках отдохнешь. Иди отсюда. Опа, с огнетушителем. Блин, меня накумарили. Но я все равно почему стал, я не могу понять тут по какому принципу идет бой. Что мы тут должны сделать? Так, иди сюда. Дайте канистрочки накумарю. Ё-моё, нифига я там подлетел. О, ребят, смотрите, я на деревьях. Я буду здесь стоять и наблюдать, пока они друг друга тут не заколбасят. А потом просто спущусь и последнего добью. Делов-то. Нет, надо все-таки спуститься и поучаствовать. Ну ты будешь слазить-то, а? Кукушка, блин. Блин, я смотрю, вот такое... Так сделано красиво, сочно, да? На природе. Там скворечник даже прибит на дереве. Так. У меня оружия теперь полно. Тихо, тихо, тихо. Вот. Шикандос. Может быть тут время? Нету тут никакого времени. Дайте мне хп взять. Срочно жизни надо взять. Отлично, я взял. Просто расколбас. Готов, огурец. Но он почему-то все равно встает со временем. Не могу понять я. Как бы вам сказать, смысла. Но он тут и не нужен. Главное. Да куда ты вот так? Отлично. Валяйся. Отдыхай, браток. Пшел сюда. Ай, блин. Да е-мое, ты будешь идти-то или нет? Давай, давай, туда, в огонь. В огонь прыгай, придурок. Я пойду возьму себе здоровье. Вот. Отлично. А теперь добью этого хламона. Вот так вот. Готов, огурец. Нас не уменьшилось, нет, ребят? По-моему, как было, столько и осталось. Разборка алкашей. Это, знаешь, съездила бригада, называется, на пикничок. Нажрались и начали тут выяснять отношения между собой. Кто прав, кто виноват. Нате, я вам сейчас тут всем устрою. На, получите. Полный расколбас. Так. Так, вот у нас готов. Возьмем еще одно оружие какое-нибудь. Что у нас уже? Канистр, наверное. Уже дерево взял. Ладно, будем деревом драться. Собака. Это просто жестяк такой. Ой, бухарики, разборка алкашей. Иди сюда. Вот так. Сюда тоже. Вот так. Тебе. Вот так. Как шарики лопаются просто. Мычит там еще что-то. И я всхлопотал. Ладно. Эй, дуралей. Иди ко мне сюда, блин. Ты, видимо, хотел искупаться, разделся до трусов, но не успел. Так я тебе, наверное, сейчас это оформлю по-быренькому-то. Вот так вот. Иди сюда. Вот, лети. Так, ты там тоже с кустами. Получи тогда. Ох, ёлки-палки, как это он так умудрился-то, а? Я этого не понял, если честно. На, на тебе деревяшками. Запинал. И ты иди отсюда. Готов. Так, мне надо как-то... ХП получить.
Вот, я подобрал, отлично. Я просто представил такую картину в реальности. Заснять это, если все, на камеру и показать потом, это вообще жесть было бы. Сходили ребята на пикничок отдохнуть. Щет, иди отсюда. Получи. Ты тоже, блин, получи. Просто всех тут этим огнетушителем колбашу. Все, огнетушителя больше нет, к сожалению, у меня. Фига я тут разбушевался. Просто на раз-два сношу. Иди сюда. На, блин, да получи ты. Я, знаете, такое ощущение, что это как тренировочная какая-то. Бесконечная. Так, ладно, давайте сделаем так. Онлайн. Это был у нас Эдлис моды, да? А тут еще Last Man. Last Man. Так, а это что такое? Quick Play. Локалка, Quick Play, Host. Интересно. Давайте, может, хост попробуем. Что это такое? Так, хик. Деуч. Пило. Поехали, посмотрим. Так, тихо. Слушайте, по-моему... по-моему, здесь тоже бессмертный, да? Да-да-да, ребят, тут тоже что-то бессмертное, я не понимаю, почему. Так, а что тут у нас в характере? А, ну здесь можно изменять своего персонажа. Play, play, play онлайн. Quick play, локальная сеть. Так, ну Эдлис моды я не хочу. Я хочу вот так вот. Давайте посмотрим. Ну, хоть кто-нибудь-то появится или нет. Все, законнектились. Бумкин. Ковбой. Ловербой. Тоспот. И хик. Ну, давай. Поехали. Так, я надеюсь, здесь хотя бы они убиваются. Да, здесь. Здесь все, если подбили, так уже не встаешь. Ну иди сюда, лопух. Готов. Так, я его сейчас накумарю. Вот так вот, отлично. Возьмем сразу же хпшечку. И вот этого вот попробуем раскумарить. Все, ребят, остался последний. Иди сюда, готов. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать, наверное, этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся с вами в следующих видосиках. А на этом все, всем пока и до скорого.